Отче, всегда включай свет обожжённый. Ты караули это дело. Медведь ходит, он может свалить. Салон идет, тоже может поезда шатается, и грохнется вся аппаратура. Сделай шире ноги в ней. Да, сейчас сделаю еще. Это неправильно, вот так. Вот мы сидим за столом, мы разговариваем в общежитии, Хабаров, кажется. Когда я на этой должности был техник, смотрите, воинские издания, ракетный поезд Дальнего Востока, как первый секретарь компартии. Вот. И один рассказывает, он, кажется, китаец или кореец. Я, говорит, учился в разных школах. У нас учитель, говорит, японец был. И показывает, вот так вот стоит. Примерно линейка, говорит, вот такая вот у него. Толщиной примерно в пальце вот. Он ходит с линейкой. Если не так, он как рубанет этой линейкой по тебе. Видели «Покаяние»? Такой маленький фильм. 4 минуты. Кажется, 11 «Оскаров» взял, что ли. Что-то такое вот. Видел, нет? Как вам дать-то это все? Там, где учитель и ученик, да? А? Где ученик и учитель, да? Да. Я видел, да. Учитель у линейки бил по рукам. Турецкий или какой-то такой, я уже не помню. Как называется? Ну и там, да, ну и на русском не помню. Сейчас я вспомню, ну, скажу, не помню. Что-то такое вот. Ну, может быть, как-то. Одно слово. Учитель и ученик. Так вот. И он говорит, мы, у них так, порядок в Японии. Голову поворачивать ученик может. Смотри сюда. 15 градусов. Учитель учится этому. Их учат кланяться. Порядок. У них на сегодняшний день это все соблюдается. Мужчина главенствует. И об этом даже разговора нет. Ему 4 года, ей 24 сестре. И она ему утром кланяется. Сэке, доброе утро. Первым делом вместе должны поклониться отцу, потом матери. Потом она кланяется ему, а он никому. Он только отцу с матерью. Это растет воин. Это самурай. И мы смотрим на них, как будто бы они бессмертные. Что они делают, а мы делаем. Я не должен больше шевелиться. И вот поэтому, когда Николай Касаткин японский, он канонизированный теперь, Николай японский, мы молимся ему. И он говорит, переводили, я есть путь истинной жизни. Это нам кажется, ну, путь истинной жизни. Какой путь? У нас же вопрос непонятен. У них путь, допустим, 7 путей. Первый путь, когда просто так, другой путь такой-то, третий такой-то, а последний, как император кланяется. Какая дорожка, какая фигня. Это все определенным словом выдвигается. А у нас этого нету. Вот я люблю маму, я люблю Бога, я люблю картошку. Одно слово люблю. А в греческом 3 языка. 3. Филиоква там есть, агапис. Это все это разное значение дает. И как переводить? Мы, говорит, переводили сначала на китайский, а с китайского на японский. Почему я так и не понял? Чтобы понять. И вот он знает, какие там языки, китайский, корейский, там учит английский и, кажется, французский, что-то такое видно. А сам такой не видно, незначительный. И рассказывает об этих учителях, как учит, наказание. И что у нас на уроке там что-то, кошка как испугалась твоих соплей, смотри, вернулась. Да это чихнул просто, без соплей. Она подумала, что стреляет в нее чем-то. И вот этот человек, так он мне-то ничего не дал, я понял, к учебе надо относиться не как у нас. Это очень серьезно. Мусульман показывает, как они сидят, никуда не шевельнется. И как у нас заходит учитель, прыгает. Кто видел фильм «Класс»? Нет. В Эстонии было там, когда они издевались, там все попало, делали. И он тогда пошел, дома отца ящика распечатал. Вдаем они. Оба с оружием пришли в школу и расстреляли весь класс. Это документально снова. Чем это все заканчивается? А у них такое есть, не слышно.
Это повторяется в разных государствах, но в Японии этого нет. Этого не слышно, чтобы это было у мусульман, где-то они уничтожали друг друга. В армии было там что-то. Что они там сделали, если неизвестно-то? Ну они там рядом, разные отряды. Да они в одно место сразу соскочили все. Захватили оружейное там, забаррикадировались и ничего. Депутаты из Чечни. И депутаты из Чечни туда вылетели. Они друг за друга заступаются. А у нас одного задавили, да туда тебе и дорогу. Сами друг друга уничтожают. Чтобы дедовщина была в мусульман или в армии Суворова, это вообразить даже нельзя. Почему их с детства приучают? Я мусульманин, все сказано. Вот он едет, говорит, идет, и огонек. Он увидел огонек в пустыне, там дорога-то такая-то, он к нему идет, а там пасет овец, и решили барашка заколоть. Закололи барашка, подходит, салам алейкум, садись, брат. Ну, там уже булькает, запах-то какой хороший. Еще, когда кончил, говорит, это салам алейкум, сели за стол, то уже 46 человек сидело. И ни один лишний не будет. Почему нам это не взять у них? Прекрасное качество гостеприимства. Любовь к родителям. Они вопрос задают. У вас дома престарелых есть в каждом городе? Да не один еще бывает. У них ни одного нету. За 1400 лет. Почти 2 миллиарда. Почему? Это мать. Это мать. А когда ругают русские, да я тебе мать твою. Не помнишь, я штрафбат фильм там кинулся драться, нет, ты моя мать, да ты. Да я просто так. Ну его в штрафбат отправили, что он ударил офицера. У них совершенно другой менталитет. Нам учиться надо, а не возноситься. А у вас есть такие, чтобы дома сирот это? Говорят, до 3 миллионов. У них тебе ни одного. Сразу разбирают. И он воспитывается ничем не унижаемый. Да, я знаю, третья, это четвертая сура, третий аят. Говорит, что может иметь 4 жены. Но условия одинаковая любовь. Все обеспеченные должны быть. И поэтому мы говорим многоженство, а его совсем мало. Ну, Рамзан Ахматович Кадыров позволил себе второй раз жениться. Да тут шум-то какой был. Я не могу оправдывать, как христианин, но по его закону он ничего не нарушил. У нее там дворец какой. В Москве и прочее. Итак, я говорю об учебе. Как серьезно надо относиться. О чем говорили сейчас? О том, ты когда идешь дорогой, о чем сейчас за тележкой шел, думал, размышлял. Вопросов-то духовных мы не где-то найдем, а внутри себя. Они к этому относятся. Они не знают, он знает, если помянул там кого-то, пророка, должен такие же слова говорить там, они непрерывно, и притом по-арабски. Сам не считал. Передо мной 2600 мусульман прошло в прошлом году, и ни один не считал свою книгу. Ни один. Ну, хотя бы один или хоть 1% был бы, ни одного нету. Но он держится, он никуда не уйдет. Его так приучили. Книга с неба пришла. И считать только на арабском ее надо. А что не понимаю, мол, скажет. Я им говорю, вот мы в Барнауле большая мечеть построили. Здесь захвата заложников нету, взрывов нету, головы не режут. Мы живем, как одна семья. Так что они голову режут? Везде режут, а у нас нет. Я был в Беслане, в Буденновске, сделал там записи, когда духовно ездили в миссионерское путешествие. Я беседовал с родителями, которые потеряли детей. С человеком, который видел, когда стреляли, живет рядом. Прошел по комнатам, где эти пули, и тут же все эти детские игрушки. Перечисленные фотографии их. Нам гордиться нечем, нам нужно учиться плакать. А как они? А сейчас все поставлено как надо. Так, нету дождя на улице, посмотри. Миновал, уходим. Вроде нету. А? Нету вроде бы. Ну, вроде быстренько уходим. Все, оставайся одна. Включись, никогда не сгибаться.